Пушкинский воздушный десант. Давай, сюда. Пеший прогулка с 64 или больше улицы до нашей 28-й. Пустынные пляжи, кого нет. Океан штормит. Вот такая вот, или наподобие, ужалила со щупальцами. Может, у нее щупальцы в этом, в песок зарыло? Может, они там высыхают, отсекают. Самое говно, мне сразу же. А вот сейчас. Стояночка. Вот такая наподобие Дима ужалила. А, в принципе, особо не спеша, по песку мы дошли за 40 минут. А это не фото, это видео. Это видео? Да. Ладно, приветствую Россию. Здесь говорит Луис, один из представителей Натали Турс, который работает на Кубе. Нам очень приятно, когда вы прилетите к нам. Мы все будем стараться всегда, все время, это самое, подтвердить ваши отпуски, то есть, чтобы вы... Оправдать ваши надежды за то, что вы выбрали именно Натали Турс для вашего отдыха. Он там дешевый был. Нет, не знаю, если дешевый, не знаю, если дорого. Ну просто, гиды, которые ждут вас здесь на Кубе, самые лучшие. По крайней мере. Спасибо, что вы это самое, вы смотрите такое видео. И жду вас на следующий год или в этом году уже. Большое спасибо за внимание. Спасибо. Это наш гид Луис, отельный гид. Гарри. Почему фруктов нельзя купить? Что на Кубе нет ни разных фруктов? Есть фрукты, есть. А где? А по спокойствию, то есть, ну, штормы там, ну, то есть, насколько волнуется море, где океан или море? В океан лучше волнение, побольше волнений, побольше там, как сказать, да, лучше всегда Карибское море, но самые лучшие пляжи находятся на... То есть парадокс, да, то есть...
есть как. С одной стороны это лучше, с другой стороны да, это. Я думаю, что везде бывает. Сколько?